Добродел переоделся. С начала июля заработала обновленная версия популярного портала. Сайты и мобильное приложение стали более удобными и полезными для пользователей, сообщается на официальном портале правительства Московской области. У полюбившегося всем добродела изменился интерфейс. Однако самое главное новшество, которое коснулось портала, это упрощенный процесс подачи обращения. Жителям теперь не надо самим выбирать категорию. Кроме того, улучшена и навигация. Расширились статистику с сортировкой по муниципалитетам. В новой версии добродела также детально проработаны механизмы решения проблем и фиксирования сроков. Особое внимание теперь уделяется обращениям, для решения которых требуется более 8 дней. На обновленном сайте теперь будут проводиться голосования и опросы, позволяющие жителям выразить свое мнение и принять участие в процессах, происходящих в Подмосковье. Анна Троян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.